Все, слушаем историю про сафари-парк, про гориллу. Давай. В Ялте. Да. Да. Две дочки и жена пошли в сафари-парк. Подходят к обезьянам. Там одна горилла, если ей не дают, а другим дают покушать, она всех гоняет и злится на тех, кто кормит других обезьян. И вот старшая дочка дает морковку другой, короче, обезьяне. Это на нее обиделась, как бы злобу взяла. Взяла, короче, бутылку литровую, написала в рот, эту мочу вылила. И стоит, ждет. И дочка моя только подходит к клетке, она ее как плюнула, и все, вся в моче, короче. И мои приходят все в слезах, соплях, короче, и смеются, и плачут. Вот это вот, да.